А в Петропавловске спасают косуль, и они оказались в черте города и пострадали от укусов бродячих собак. Вот одно из животных после нападения псов погибло. Еще несколько парнокопытных охотинспекторы отвезли в ветеринарную клинику для оказания необходимой помощи. Тех, кто получил незначительные травмы, сразу же отпустили в привычную среду, лес. Ну а вот косуле по кличке Найденка пришлось ампутировать ногу. У нее был перелом и обморожение конечности. Сейчас животное выхаживают в местном ботаническом саду. Там на содержании теперь находятся четверо косуль. Волонтеры даже объявили сбор средств на лечение пострадавших животных. Сейчас кормление происходит за счет помощи волонтеров. Охотничье хозяйство поставляет корм, теперь собственные средства. Вопрос встает в том, что на территории города нет специализированных центров, таких природоохранных, где бы были огорожены вольеры для содержания и, в общем-то, чтобы выхаживали в них вот таких животных, которые попали в несчастье. В общем, в связи с этим нужна дополнительная территория.